Добрый день, уважаемые коллеги. Мы с вами сегодня обсудим вопрос, к которому обращались неоднократно, но от этого актуальность его не становится меньше. Потому что мы сегодня с вами будем обсуждать Байкал и экологическое развитие байкальской природной территории. Эта территория, безусловно, является уникальной, все мы об этом хорошо знаем. Является не только достоянием нашей страны, России, но и без всякого преувеличения является достоянием планеты в целом. Байкал для нас это и гордость, и наша особая ответственность. А задача его сбережения для нынешних и для будущих поколений, несомненный государственный приоритет. Ликвидация последствий нерациональной, зачастую безответственной хозяйственной деятельности на этих территориях требует особого внимания. Для того, чтобы, во-первых, ничего подобного больше в будущем не допускать, а во-вторых, сделать все для того, чтобы минимизировать то, что уже накоплено. Все это требует самого пристального внимания и, конечно, вложения солидных финансовых ресурсов. Экстремально высокому загрязнению подверглись значительные территории при Байкале. Причем байкальские ЦБК и Жидинский комбинат уже несколько лет как закрыты, мы с вами хорошо об этом знаем. Однако накопленные ими отходы продолжают отравлять воду озера и питающих его рек. Первое требующее неотложных действий задача – ликвидировать экологический ущерб, провести полноценную рекультивацию загрязненных территорий. Прошу определить источники финансирования, планы и конкретных исполнителей. Одновременно с этим необходимо разобраться и с объектами, продолжающими здесь работать. Очистные сооружения, большинство из них изношены. Причем более 60% загрязненных стоков приходится на жилищно-коммунальное хозяйство. Но, как это не печально сказать, но нужно сказать, конечно, и о деятельности сельхозпредприятий. Все-таки химические отходы, применяемые в сельском хозяйстве, они так или иначе в воды Байкала и рек региона попадают. Объемы сброса неочищенных вод в озеро, безусловно, нужно кардинально сокращать. И в этой связи встает вторая задача – интенсивно и качественно модернизировать коммунальную инфраструктуру. Это ответственность регионов, которые в том числе могут опираться на действенную поддержку со стороны федеральных властей, в том числе на федеральную целевую программу охраны озера Байкал и социально-экономическое развитие байкальской природной территории на 2012-2020 годы. Ее реализация уже обеспечила строительство десятков очистных сооружений и полигонов твердых коммунальных отходов, создала базу для борьбы с лесными пожарами и браконьерством, обеспечила сохранение экосистем, редких видов животных и растений. За 2012-2016 годы выделено более 10 миллиардов рублей, хотя предусматривалось гораздо больше. Нужно об этом тоже сказать. Считаю необходимым рассмотреть вопрос о продлении срока действия программы, причем особое внимание обратить на эффективность и приоритеты расходования средств. Третья задача – обеспечить экологическое развитие байкальской природной территории в целом. А это прежде всего означает гармоничный, рациональный баланс между социально-экономическим развитием, социально-экономическими интересами и задачами сбережения природы. Собственно говоря, во всех цивилизованных странах этот вопрос стоит очень остро, и хуже или лучше, но есть примеры того, как это делается, как это решается. Особый статус Байкала предъявляет повышенные требования к любой хозяйственной деятельности, но нередко они оборачиваются и явно избыточными ограничениями, об этом тоже не нужно забывать, ограничениями, которые напрямую сказываются на качестве жизни людей, на развитии поселений, сдерживают развитие предпринимательства, а значит создание новых рабочих мест, наполнение местных бюджетов. Давайте обсудим все эти факторы, связанные с особым режимом охраны озера, и вместе определим оптимальные решения проблемы экологии и социально-экономического развития байкальских территорий. При этом принципиально важно не допустить увеличения антропогенной нагрузки на экосистему Байкала.
Это касается, конечно, и туристической отрасли. Вот мы сейчас с губернатором говорили об этом. Конечно, это очень перспективная отрасль экономики региона. Интересная, приносящая доход, создающая рабочие места. Интерес к Байкалу и российских, и иностранных граждан постоянно растет. Сколько? До миллиона человек бывает на берегах Байкала за год. Но обратной стороной этого в целом позитивного фактора становятся новые проблемы. Бесконтрольность так называемых диких туристов приводит к стихийным свалкам на берегу и мусору в водоемах. А стремление предпринимателей по максимуму использовать спрос на байкальское путешествие к игнорированию ими экологических норм. Этими вопросами нужно, конечно, заниматься вплотную. Нужно стимулировать экологическую ответственность бизнеса, в том числе разрабатывать варианты софинансирования эколого-ориентированных проектов. С особым вниманием нужно относиться к обеспечению систем жесткого контроля. И в этой связи прошу Генеральную прокуратуру Байкальской проверить байкальскую территорию на предмет фактов незаконной и экологически вредной деятельности. Я хочу это подчеркнуть. Не все подряд проверять, здесь тоже меру нужно знать, но именно незаконной и экологически вредной деятельности и принять соответствующие меры. Ключевая роль здесь отводится инспекторам особо охраняемых природных территорий. Вот сейчас только Василий Иванович рассказывал о том, как люди работают. Не только люди, которые на государственной службе находятся, но и волонтеры, за что им особое спасибо. Их работа должна опираться на достойные ресурсы. Говорю не только об административной поддержке, но и о вознаграждении, необходимом оборудовании, экипировке и так далее. Давайте мы рассмотрим все эти вопросы в комплексе. Поговорим о, не знаю, здесь с Минфином надо посоветоваться. Есть, ну, это, собственно, ничего здесь нового не скажу, но всякие идеи есть, в том числе вопрос возвращения части собираемых штрафов, платежей, возвращения их напрямую в заповедники и нацпарки и использования в целях повышения эффективности их развития и охраны. Здесь хотел бы обратить ваше внимание на место, где мы с вами находимся. Визит-центр «Байкал заповедный» – это очень хороший пример сохранения задач охраны заповедных территорий и развития цивилизованного экологического туризма. Такой опыт требует самого широкого распространения и популяризации, в том числе в рамках года экологии, который сейчас проходит, как известно, в нашей стране. В центре «Байкал заповедный» работают настоящие профессионалы. Еще раз хочу поблагодарить Василия Ивановича и всех ваших коллег, искренне преданные своему делу люди. Давайте перейдем к обсуждению.